Всем привет, ребят! Прошли майские праздники, а мы с вами продолжаем смотреть наши масштабные модели. Сегодня я получил посылку из города Санкт-Петербург с сайта Model Car. Посылка пришла мне по почте. Почему по почте? Потому что в посылке должна быть аэрозольная краска от Tamiya, а компания SDEC такие вещи не пересылает в нашу область в связи с тем, что у нас скоро состоится чемпионат, не чемпионат, а футбольный матч мирового уровня в городе Самаре. Видно, с этим все и связано. Ну, посылочку немножко пришлось переплатить, потому что с деком было бы рублей на 300 дешевле, но выбирать не пришлось. Здесь еще должен быть у нас автомобиль, сборный автомобиль, сборная модель автомобиля КАЗ-608. Ну и давайте мы, наверное, приступим к вскрытию посылки. Так, вот таким ножичком кухонным мы ее сейчас с вами раздербаним. Ёлки-палки, что-то прям. Вот. Откроем. Как получается, так и открываем. Не знаю, может быть, я неправильно, но не буду я мудрить. Добротно все запечатано. Но, тем не менее, мы ее с вами все равно раскромсаем и откроем. Благо, повредилась только накладная. Она нам не нужна. Она, наверное, нужна будет, если мы выявим какие-то косяки с вами. Вот. Упаковано на совесть. Так, где наша красочка? А вот и красочка. Ух ты, какие баллончики-то маленькие. Я-то думал, они у нас большие. Но мы позже с вами их посмотрим. Больше ничего нету. Все это в сторону. Набор с КАЗом. Очень рад, ребят. Будем смотреть позже обзор на него. И вот два баллона. Баллончика с краской. Tamiya красочка. По описанию говорят, должно хватить на 4 модели вот этой краски. Здесь 100 мл. Если хотите, обзор на нее сделаем, почитаем. Хотя здесь все вот по-английски, наверное, написано. Хотя что здесь обозревать? И красочку я на КАМАЗы заказал. Такой ярко-оранжевый. Тоже посмотрим все позже. Ну, будем смотреть, наверное, мы ее вместе с КАЗом, когда будем снимать обзор. На этом все. Давайте всем пока. Увидимся в следующих роликах.